Итак, приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас будет розыгрыш таких вот отмычек для перфозамков. Набор довольно-таки качественный, открывает практически все перфорированные замочки. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вам потребуется оставить тематический комментарий под этим видео и подписаться на мой инстаграм, в который нужно будет отправить количество появляющихся замочков в этом видео. Все, кто правильно посчитает ключи, примет участие в розыгрыше перфорированных отмычек, которые вы сейчас наблюдаете у себя на экране. Убедительная просьба, если вы хотите, чтобы на моем канале чаще выходили интересные видео с разными новыми замками, а также разыгрывались другие отмычки, да, то есть которые в дальнейшем я буду показывать на своем канале. Вот, не проматывайте рекламу. То есть в роликах вставлена реклама, YouTube вставляет. То есть если вы будете ее просматривать полностью, естественно, YouTube будет больше оплачивать мне. Соответственно, все, что я зарабатываю на YouTube, я запускаю на ваше обучение. То есть на замки и отмычки, которые в дальнейшем мы будем с вами разыгрывать. Учитывая, что все знания на моем канале являются бесплатными, просмотреть рекламу без пропуска — это, я думаю, святая обязанность каждого подписчика. Это не мне выгодно, это выгодно всем нам. То есть чем больше нам оплатит YouTube, тем круче у нас будут дальнейшие обзоры. Итак, значит, теперь хочу обратиться ко всем подписчикам. Вот, кроме розыгрыша, в этом видео я хочу заострить внимание на комментарии, которые оставляют мои конкуренты и зрители моего канала. То есть многие, я уже там отвечал в описании к видео, но некоторые люди не понимают этого и продолжают писать, то есть или не смотрят, вернее, не читают комментарии. Поэтому я решил снять одно видео на эту тему, и в дальнейшем, если кто-то будет задавать глупые вопросы, я буду просто сбрасывать ему ссылку на это видео, где будут уже полностью затронуты эти и другие вопросы, и пусть он смотрит, соответственно, это видео. И мне будет какой-то плюс, чтобы не в холостую я писал по 250 раз. Вот. Значит, ну, первый вопрос. Для кого предназначен этот канал? Мой канал предназначен для тех, кто хочет обучиться аварийному вскрытию замков и оказывать услуги в этом направлении. Для людей, которым нравится вскрывать замки, которые хотят чему-то научиться в этой области, да, там, может, не только научиться, может даже кого-то научить, подсказать что-то. Вот, немного приболел, ребят, поэтому извиняюсь. Вот, ваш канал могут смотреть люди, которые занимаются криминалом. Вы не думаете, что информация может попасть не в те в руки, и с помощью знаний, полученных у вас, люди будут совершать преступные деяния. Ну, что я могу сказать на этот вопрос? Вскрытие замков отмычками редко используется криминалом. Есть более распространенные методы взлома замков, которые используют домушники. В первую очередь, это свертыш. Один из самых быстрых и бесшумных методов взлома. Использование свертыша не требует ни длительного обучения, ни длительного времяпровождения у двери жертвы.
Также хочу обратить внимание на такой инструмент, как выдра, с помощью которой можно практически бесшумно вырвать сердцевину вашего замочка и открыть дверь обычной отверткой. Как и в случае со свертышем, использование выдры не требует навыков. И еще один из распространенных методов взлома дверных замков является перелом цилиндра. Это очень также быстрый и бесшумный метод, который в большинстве случаев используют в настоящее время злоумышленники. Вот. Также можно затронуть самоимпрессионные отмычки, которые по скорости вскрытия существенно обходят обычные клюшки и также используются криминалом. То есть вскрытие замка клюшками может быть выгодно только мастерам по аварийному вскрытию замков, а также тем людям, которые приветствуют чистое вскрытие, имея такое хобби. Вот, то есть самоимпрессионные отмычки также как бы не требуют много времени для того, чтобы обучиться работать этими отмычками, вот, вскрывать замки. И само собой, если мы сопоставим эти моменты, да, то есть перечисленные методы взлома и вскрытия, то вскрытие клюшками — это явно не та тема, которая будет интересна криминалу для того, чтобы вскрывать ваши двери. То есть криминал знает, как вскрыть их гораздо быстрее. Вскрытие клюшками, в общем, я думаю, понятно, что оно выгодно только аварийщикам. Так, зачем вы бесплатно показываете всем, как вскрываются замки? Вы хотите уничтожить профессию локмастера? Я думаю, что сам вопрос стоит, зачем вы бесплатно? То есть, естественно, многие люди показывают то, что показываю я, даже, может, не показывают то, что показываю я, они показывают процент, некоторый процент из того, там, может, процентов 10-15 из того, что показываю я, продают за деньги. То есть они просто это называют обучением, показывают, как вскрывать те или иные замки, используя при этом дорогой инструмент, которым вам, ну, невыгодно будет его приобретать весь, да, или же проще, вот, допустим, купить клюшки, вы вскроете все перфозамки, нежели вы будете под каждый замок покупать там специальный инструмент, который стоит там 100, 150, 200 долларов там, и так далее. То есть в зависимости, естественно, от инструмента и от того замка, который он открывает. То есть я хочу сделать людей, которые выбирают для себя эту профессию, более профессиональными. Как я могу уничтожить эту профессию, если я этому, наоборот, обучаю? То есть 90% людей, которые работают сейчас в этом направлении, они сверлят и ломают замки. То есть там много ума не надо, обучиться, я думаю, 5 минут посмотреть, и можно вперед брать шуруповерт и так далее, и идти ломать. Поэтому я думаю, что я никак... эту профессию не уничтожу, да, то есть я ее, наоборот, делаю более профессиональной, вот. И я обучаю бесплатно только азам, то есть есть вещи, которые более такие серьезные, да, и для более профессиональных людей, которые уже там знают эти азы, которые уже могут открывать те или иные замки, у которых уже все получается. Ну, есть некоторые тонкости, о которых мы, возможно, будем затрагивать. Только затрагивать мы будем, я не знаю, или в телеграм-канале. Кстати, телеграм-канал создал, ссылка будет в описании. Если кто-то хочет, присоединяйтесь в телеграм-канал. Если есть у вас какие-то
в телеграм-канале, ну, вернее, есть какие-то у вас там, я не знаю, отмычки, там, замеры, размеры этих отмычек, может, какие-нибудь вещи, которые нельзя выложить на Ютубе, то есть их можно будет сбрасывать именно в телеграм-канал, то есть, я думаю, очень удобное общение там будет, поэтому, если что, ссылочка в описании. То есть, есть вещи, которые я не выкладываю в открытый доступ. Возможно, я же говорю, покажу тем, с кем буду в дальнейшем сотрудничать. То есть, покажу больше, чем показываю себя на канале. Кроме ранее упомянутого, зачем еще мой канал? Я тестирую замки на соответствие класса взломостойкости. То есть многие фирмы причисляют свои замки к более выгодному классу, более высокому классу, завышая стоимость на свое изделие. То есть, вот допустим, есть замочки, которые там могут стоить $500, да, там. Есть замки, вот Redlock Mimosa, допустим, да, он стоит там $170, если не ошибаюсь. Вот, но замочки, которые за $500, их можно вскрыть, а вот, допустим, Redlock Mimosa вскрыть нельзя. Но его цена, из-за того, что он не разрекламированный как бренд, значительно ниже. Вот, вы подумайте, ну, вы думаете, что ваш замок является надежным препятствием для криминала. Но на деле эти замки могут защитить только от сквозняка. Я считаю, что если производитель утверждает, что замок относится к четвертому классу взломостойкости, то минимум полчаса он должен продержаться. Если же замок продержится минимум, ну там 1-2 минуты, то о какой защите вообще может идти речь? Вот, поэтому... Также многих интересуют замки, которые соответствуют заявленному классу взломостойкости или же являются невскрываемыми. То есть просят порекомендовать, как мы это можем сделать, если мы не протестировали тот или иной замок. Верить производителю на слово? Ну, если, допустим, верить производителю, то, допустим, тот же самый Эльбор, которые мы вскрывали, он, у него четвертый класс, он полчаса должен продержаться, мы его вскрыли за 2 минуты несколько раз. Поэтому о чем говорить? Как многим известно, верить тому, что говорят производитель, без теста это вообще глупо. Только проверив заявленные характеристики, я могу или рекомендовать, или не рекомендовать тот или иной замок. Я показываю замки, которые устанавливать нельзя, затрагиваю уязвимости, которым подвержены эти замки. Были бы, ну, было бы некрасиво с моей стороны говорить плохо о том же коле, но не показывать и не объяснять, почему именно я не рекомендую замки этой фирмы. Да, то есть это выглядело бы, вот, допустим, как грязная конкуренция, если бы я, допустим, рекомендовал тот же самый Redlock Mimosa, как невскрываемый, и говорил, что Кале плохие замки, но не показал, что эти замочки легко открываются, и помимо этого они подвержены всем противовзломным методам. Вот. Я не исключаю, что на моем канале могут присутствовать люди, желающие обучиться вскрытию замков с целью незаконного, скажем так, обогащения. Это очень глупая затея, и я постараюсь объяснить, почему я так считаю. Владея этими навыками, вы можете зарабатывать значительно больше, чем украсть. То есть сейчас очень много камер на улицах, в подъездах, скрытые камеры и видеоглазки, сигнализация, служба охраны. В общем, скрытые камеры и датчики движения в квартирах, в домах с уведомлением на телефон жертвы. Все это сводит результативность квартирных краж к минимуму и повышает... Ну, в общем, проблематично сейчас тем домушникам работать. И вы в интернете можете сами забить и посмотреть, сколько видео размещено там, где...
люди пытались как-то заработать, но не подфартило, да, то есть где их лица сняли на камеру, в подъездах там видеоглазки и так далее. В общем, кроме этого, ни для кого не секрет, что все мобильные телефоны прослушиваются. Все без проблем смогут найти эту информацию. Вас могут найти по биллингу. Даже если вы несколько телефонов имеете, это все равно не имеет значения, да? То есть сейчас практически не существует нераскрытых преступлений. Поэтому применять эти знания в криминальных целях просто глупо. Можно честно иметь намного больше денег и без последствий, чем испортить себе жизнь в надежде на незаконное обогащение. Пусть вы украли там 10 тысяч долларов. За это вам дадут, к примеру, 7 лет. Если распределить 10 тысяч на 7 лет, это $120 в месяц. Когда вы честно работаете в этом направлении, вы сможете зарабатывать от 3 тысяч долларов в месяц. К примеру, в Париже стоимость вскрытия замка стоит 200 евро. Даже если вы будете вскрывать по одному замку в день, что это очень большой минимум, потому как город миллионник, это уже 6 тысяч евро в месяц. Поэтому обязательно подумайте над моими аргументами, прежде чем совершать противоправные действия. Также хочу обратить внимание на некоторых, еще на один комментарий, где люди пишут: вот я там обучился, все, теперь иду грабить там банк, или там теперь иду там воровать, там обворую соседа. То есть, ребят, я не хочу грубить, вы можете хоть, ну, в общем, делайте, что хотите, только на моем канале писать об этом не надо. То есть не надо так шутить, я уже 150 раз просил, потому как наш канал могут смотреть кто угодно, там, правоохранительные органы и так далее. То есть, если вы хотите, чтобы не было повода для того, чтобы забанили наш канал, для того, чтобы вы могли спокойно изучать ту информацию, которая вам дорога, да, то есть заниматься тем любимым делом, которым вы занимаетесь, не пишите всякую хрень у меня под видео. То есть, этот канал не для дебилов. То есть, если ты конкретный дебил и позволяешь себе писать такую хрень, ну, значит, пойди на другие каналы, там дебилы приветствуются. Я, кстати, следующий канал будет, я сейчас в дальнейшем еще кое-что затрону. Вот, можно туда перейти и писать подобные комменты. То есть, два дебила — это сила, поэтому если вы найдете друг друга, я не возражаю, но здесь такого писать не нужно. Вот. Итак, еще хочу обратить внимание на одного нехорошего человека, который написал комментарий подобного плана, типа: вот, сколько ты за лайки обучил воришек. То есть человек, конечно, может иметь свое мнение, если бы не одно «но». Этот человек также имеет свой канал по вскрытию замков. То есть, и, естественно, возможно, лоханулся, написал комментарий под моим видео со своего личного аккаунта, а не с того, с которого планировал. Иначе смысл критиковать меня, да, поступая так же. То есть я зашел к нему, смотрю, у него также канал по вскрытию. Ну, просто канал сам по себе дрековский, бесполезный человек. Ну, полностью нулевой. Вот. У него там пару видео есть по вскрытию замочка с ручкой сзади с помощью скорохода. Вот он сверлит, как он пишет у себя на канале в общении там, и заказывают свертыши для того, чтобы ломать замки. То есть кто конкретно из нас там обучает воришек?
Если ты, Вася, хочешь сказать там, что у меня обучаются воришки, так предъяви, возьми тем, кого ты считаешь воришками. Где ты видишь воришек на моем канале? Вот, если ты просто гусь и ничего не умеешь, кроме как снимать фейковые видео с увальдных замков, при этом не показываешь наличие всех сувальд после вскрытия, о чем ты вообще можешь говорить? То есть я покажу сейчас вот его комментарий, его аккаунт, да, то есть если вы подписаны на этого профессионала в кавычках, делайте выводы. То есть я предложил ему выслать замок Guardian, который он там вскрыл за очень короткое время. Вот. И пусть он вскроет его крючками. Да? То есть я ему написал, давай я тебе вышлю Guardian, а ты вскроешь его. И потом разберешь замок и покажешь наличие всех сувальд. И что вы думаете? Он быстренько удалил мой отзыв под своим видео. Вот, то есть человек сам по себе, редиска, не хочу выражаться, просто такой человек. То есть, если вы подписаны на его канал, говорю вам сразу, там вы ничему не научитесь, и хорошего этот человек, поступая так, явно недостоин, не заслуживает, я так считаю. То есть, конечно, если вы считаете иначе, можете подписаться на его канал или оставаться и черпать у него его информацию, только будет ли она полезна для вас, это уже второй вопрос. Вот, значит, на этом я заканчиваю это видео. Думаю, оно будет полезно и поучительно для многих. Оставляем свои комментарии, вопросы под этим видео. Вот, считаем ключики, которые появляются на экране. И, возможно, именно вы станете победителем этого конкурса. Подписывайтесь на канал. Всего хорошего.